Никита Колесников получит свой приз, безусловно. Второй приз не подписан. И если возможно, пара вопросов к актерам. Если бы у актеров была возможность, скажем, прыгнуть в альтернативную реальность и выбрать в вашем фильме любую другую роль, кроме той, которую вы уже сыграли, какую роль вы хотели бы себя попробовать? Из героев фильмов прямо именно. Нет, да, ну, нет, в фильме были роли, какую другую, кроме своей, вот. Я бы хотел роль Киевстонера, я бы не получил штрихи. Ой, не надо мне этого гороха. Олег? Я думаю роль Никиты Кологривого, который играл одного из самых безбашенных бандосов там. Да, никто его не... Как это сейчас так тихо-то? Нет, он самый крутой. Псих. Отлично отыгрывает, безусловно. Аплодисменты человеку, которого не вспомнили, и повод пересходить еще раз на фильм только ради Никиты. Ну, я стабилен в этом ответе Разумовским. Тихон Игоревич. Мы на кастинге, чтобы... Простите. Нет, я думаю, можно, хотя да, куда вперед напарника. Чтобы освежить сцену на кастинге, которую мы много раз репетировали, мы с Тишей менялись местами. Я играл Грома, а он Дубина. Попробуйте что-нибудь, просто интересно. Не знаю, я бы вот там дедушку, у которого деньги отобрали. Поистрепал. Это пенсия. Это пенсия. Я дедушку попробую. Дедушка, тише. Ну, вот, наверное, да. Отлично. Так, аплодисменты, во-первых, за то, что они готовы попробовать на любой другой стороне, особенно в кружке. Полина Бергман спрашивает, в какой момент вы почувствовали и поняли, что пора, черт возьми, браться за кино и экранизировать комиксы? Долго ли вы нашли это же?